Всем привет, дорогие друзья! В этом видео будем перекрашивать старый стул в мой любимый цвет. Наждачной бумагой убираем верхний слой лака. Пробовала разную наждачку, разной зернистости. Подошла самая грубая, она быстрее всего и лучше снимает лак. Снять верхний слой также помогла шлифовальная машинка. Где ей было не снять, убрала все наждачной бумагой. Таким способом сняли весь лак со стула. Пробовала также White Spirit и фен технический, но такие варианты мне не понравились. Сильный запах. Стул от пыли мою обычной водой. Жду, пока он высохнет. На солнце это происходит быстро. Краска у меня сразу с грунтом. Два в одном. Сначала крашу внутреннюю сторону и ножки стула. Потом окрашиваю верх стула. Первый слой краски сох 4 часа. Если захотите покрасить свой стул в такой же цвет, записывайте номер краски. Когда первый слой высох, покрываю стул вторым слоем. Полностью краска сохла 12 часов. Только потом покрыла стул обычным матовым лаком, который остался от ремонта. Стул готов! Это мое первое видео с озвучкой. Если вам понравилось, дайте об этом знать в комментариях или ставьте нравится. Всем пока, до новых встреч!